слышь, давай уже едь к месту назначения. Хватит насиловать пустыню. А у вас что, нету маркера этого белого? Нет, нету. За тобой там. О, какая бедная скала. Как я сейчас, как я въехал-то. Не знаю куда, куда можно въехать в скале. У меня теперь тоже есть топор. Ура, вы будете вдвоем дрова рубить. Упс. Будем оба в дрова. Не бей меня! А, и ты меня не бей! Еле отскочил! Их нужно всех задавить. У кого-то так сильно микрофон включил, такое дыхание. И только меня давить не надо! Я невкусный! И мне даже 8 опыта дали за что-то. Еще внутри, а мы же не нашли, как внутрь попасть, да? Тут никак. Через крышу, наверное. А, так мы ж тут были. Ну, я и говорю, были, но вход не нашли. А зомби внутри? Чё за херня? Может быть, там можно под землей пройти? Ну да. Ага, в ангар. Еще где-нибудь так замаскирован люк какой-нибудь в этом, в мусорном бачке. Рейнер, иди сюда. Погоди. Да, тут зареспаунился. Черт, тут поганый зомби. Поганый, а что, есть не поганый? Да. Который Фу, сам взрывает. Или няшечка. Ну сам взрывается сейчас. Прикольно. Можно заметать меня. Увлекательное занятие, пробежка. Ау! Как ты посмел, сволочь! Господи Иисус! Вот сюда! Там хрень, ничего нет. Вы что-нибудь нашли? Ну, у меня есть идея. Может. А, ну у меня есть идея сдохнуть, конечно, теперь уже есть после того, как я сдох. Ну, может быть, эта идея, которая у меня сейчас есть, она была правильной. Можно пойду с крыши в мусорный бак точно стрелять. Он прекрасный. О, вид здесь спорта. Где тут? Вот. Я думал, что-то сзади есть, может быть, труба какая-то, нет никакой трубы. Молоток утомляющий. Какой-то унылый. Может быть, ворота можно разбить? Не пробовали, нет? Я на полной скорости врезался в толпу зомби, которая стояла у этого, но, по-моему, ничего не произошло. Я бил топором дверь тоже на лифека. Уберите машину сзади кто-нибудь. Надо загнаться немного. Тут надо музыку из супермаркета поставить там. Тут-ту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 
Ну чтобы лаунж играл и все такое. О, енот только что прошел через стену. Ты тоже? Да, шикарно. Может быть, можно тогда пройти через стену в ангаре? Нет, давайте нам пробуем. Это бесполезно. Пытаться долбить дверь. А баллоны же взрываются вроде? Взрываются, но нужно этот... Оружие потратить. Смотри, баллоны вокруг есть. Блин, серьезно, на YouTube что ли идти придется? Я вообще не вижу способа войти сюда. А теперь иди, бери свою бомбу и кидай к двери. Нет, она не взорвется. Кольненько. Может быть, этот зомби не должен быть внутри? Может быть, его кто-то туда вбил через текстуру? Может, я его... Когда... машину давил. Вдавил его. Не задавил, а вдавил. Что делать будем? Не знаю, наверное, придется загружать заново все. Потому что я никакого входа другого не вижу. Я не думаю, что здесь какой-то это... какой-то... умный способ придумали разработчики, чтобы войти в этот дом. Какой-нибудь пазл. Или лего что-то для что-нибудь где-нибудь собрать. Так что это тупо неработающий скрипт. Или давлен туда в зомби. Или он возродился так криво. Ну давайте я пересоздам. Подожди. А вдруг? Не, енот, это гиблое дело, нельзя сквозь это его ударить. Давай, я, короче, пересоздаю тогда. Подожди, не стоит пересоздавать. Мы в тот раз, когда здесь были, там этот зомби, ну, по крайней мере, нет, но какой-то из зомби уже был там. Орли. И он кряхтел-пыхтел в тот раз, когда мы тут пробегали. Так что пересоздавание ничего не решит. Потому что... Испытание завершено, светский лев. Нет, подожди, это именно тот зомби, которого надо убить. Ну, в прошлый раз там пыхтел. Что-то я не понимаю. Помните, мы же здесь были в прошлый раз? Что же нет в мастерской? В мастерской, не у мастерской, в. Что-то как-то странно. Ну, в мастерской, значит, нужно идти. Может, бомбой попытаешься, хотя... Так уже кидали вроде что-то. Я молотком взорвался. Да нет, не надо. А если нету бомбы, то как туда попасть? Серьезно, ну тогда я видео сейчас остановлю, чтобы не показывать одно и то же минут 10.